Всем привет! Вы на канале Кики-Ку. Сегодня мы открываем Барби, который катается на лошадке. Покажи всем, какая у тебя там Барби. Вот такая Барби. У нее шлем, лошадка. Посмотри, какие у нее розовые сапожки. Здорово? Ну что, будем смотреть? А тут еще такая картинка. Какая у нас Штеффи. Райдинг тур. А она-то в коробке, в шлеме. Когда катаешься на лошадке, надо всегда надевать шлем. Чтобы, если упадешь, не удариться головой, да? А когда ты не будешь кататься на лошадке, ты снимаешь шлем. Правильно. И что происходит? Ух ты, какая новая лошадка, красивая. И посмотри. Тут немножко прикручено. Лошадки очень добрые. А что лошадки любят кушать? А что лошадки? Как думаешь? Яблочко. Правильно, все знаешь. Только сними ей палку. Вот такую. Ой, я ей уже сняла палку. О, так. Лошадка наша готова. Опа, смотри, как лошадка у меня делает. Как лошадка у меня делает? Что это у лошадки в волосах, Кир? Потому что, чтобы она была такая красивая. Это такие подковы, такие заколочки, как подковы. Да. А попробую вот так. Вот наша Штеффи, наездница. В розовых сапогах. О, вот так. В таком розовом шлеме. Ну что, куда она поедет? Так. Хочешь ее посадить? Она будет держаться крепко за эту. И еще одна осталась. Все. Смотри-ка, у нее даже тут шевелится. Обычно не шевелится ни у кого, а у Штеффи шевелятся пятки. Ой, точки. Ты знаешь, она может даже ходить на носочках, она как балерина. И она снимает сапожки. Сними ей шлем. Сейчас попробуем снять ей шлем. Она снимается. Такой шлем. Да. И еще кое-что нужно. Вот так и будет. С сердечками. Тут у лошадки такие волосы. Можно заплести прическу на хвосте. Заплетем ей косичку. Лошадка-модница. Ну что, надеваются сапоги? Штеффи собирается куда-то ехать? Ну тогда давай наденем ей еще шлем. Попробуй ее сначала посадить, а потом сожмем. Согнем коленки. Так. Так, интересно, будут у нее ноги войти? Быстрее! Опаздываю! Тык-тык-тык-тык!